Последнее послание Господа Иисуса к Его ученикам записано в книге «Деяний», 1 главе, 8 стихе. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». После этого послания Господь Иисус вознесся на небеса. А что делали Его ученики? Они пошли в Иерусалим и собрались в верхней горнице. Они сделали так, потому что Господь Иисус попросил их не покидать город Иерусалим, поскольку они должны были принять силу свыше. Господь Иисус сказал: «Иоанн крестил водою, а вы совсем скоро будете крещены Духом Святым». В верхней горнице собралось около 120 учеников. В Деяниях, 1 главе, 14 стихе, сказано, что все они единодушно пребывали в молитве и молении. Это означает, что они молились, славили и поклонялись Богу в единстве и днем, и ночью. Это принцип, восстановленный из скинии Давида. Это принцип молитвенной башни. Через 10 дней, в день Пятидесятницы, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, а звук был примерно такой. И почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Они стали говорить на иных языках. Те, кто крещен Духом Святым или наполнен Духом Святым, принимают знамение, говорение на языках. После этого ученики Господа Иисуса отправились выполнять великое поручение. Их сопровождали чудеса и знаки. Это событие было названо Первой Пятидесятницей. Первая Пятидесятница была великим днем. Уже через 100 лет 70% населения известного в то время мира, то есть территории Римской империи, стали христианами. Вопрос в том, а выполнено ли великое поручение? И ответ еще нет. Поэтому в 1905 году Дух Святой вновь был излит на Азуза-стрит. Это событие известно как Вторая Пятидесятница. Отличительная черта Второй Пятидесятницы — акцент на говорении на языках и служении чудес и исцеления. Несмотря на то, что были щедро излиты все дары Духа, это было великое событие. По исследованию богословской семинарии Гордона Конвелла, вера 78% нынешних христиан зародилась именно в начале 20 века, а это означает, что все началось с эры излияния Духа Святого на Азуза-стрит, или Второй Пятидесятницы. Так вот вопрос, а выполнено ли уже великое поручение? Нет. Ответ — еще нет. И в наши дни происходит еще более мощное, чем на Азуза-стрит, излияние Духа Святого. И это называют уже Третьей Пятидесятницей. Как и в Первую Пятидесятницу, так и во Вторую Пятидесятницу продолжается говорение на иных языках и служение исцелений. Я уверен, что в эту Третью Пятидесятницу великое поручение Господа Иисуса будет выполнено, и тогда наш Господь Иисус вернется. Чуракан ба, осаму туха, уди
Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 5 стихе, «Желаю, чтобы все вы говорили языками». Кроме этого, в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 18 стихе, апостол Павел писал, «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Я полностью уверен в том, что пишет апостол. Я тоже молюсь, чтобы то, что произошло с апостолом Павлом, произошло и со всеми нами. Скажите на это «Аминь». Что происходит, когда мы говорим на языках? Во-первых, мы смелее свидетельствуем об Иисусе. Вспомните Петра. До того, как он был крещен Духом Святым и заговорил на языках, он три раза отрекся от Иисуса, прежде чем запел петух. Начав говорить на языках, он смело свидетельствовал об Иисусе, не думая, что его могут избить и бросить в тюрьму. Во-вторых, в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 4 стихе сказано, «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя». Значит, когда мы говорим на языках, созидается наша вера. В-третьих, когда мы говорим на языках, мы лучше чувствуем Бога и находимся в более близких с Ним отношениях. Когда мы говорим на языках, мы говорим с Богом, а не с людьми. В-четвертых, когда мы говорим на языках, мы способны молиться намного дольше. И, наконец, в-пятых, в первом послании к Коринфянам, 14 главе, 14 и 15 стихи говорят, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Так что же мне делать?» — спрашивает он. «Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом». Пусть все, кто хочет делать так же, скажут на это «Аминь», потому что мы призваны не просто к прозябающей жизни, но к жизни в избытке, в молении на иных языках. Sekarang ini dengan api Roh-Mu, Roh Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus, mulai hamba-Mu. Я хочу помолиться за вас. Кто из вас желает сейчас исполниться Духом Святым? Кто из вас желает получить крещение Духом Святым со знамением, говорение на языках? Пожалуйста, если это вы, поднимите свои руки и повторяйте за мною. Let the power of the Holy Spirit.
Spirit fall on me, anointing fall on me. Поднимите свои руки и излей, Господь, свой дух, излей свой Дух Святой. Наполни нас своим Духом, Господь мой. Крести твоих детей Духом твоим со знамением говорения на языках. Поэтому принимайте сейчас этот дар. Начинайте говорить на языках. Если кто-то из вас может говорить на языках, то начинайте говорить на языках. Anointing fall on me, anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me, anointing fall on me. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Благодарим тебя, наш Господь. Спасибо тебе, наш Авва Отче. Ты наполнил своих детей твоим духом. Ты крестил их Духом Святым со знамением говорения на иных языках. Господь, спасибо тебе за твою доброту. Огромное спасибо. Прошу тебя, используй всех нас как инструмент для выполнения великого поручения Иисуса. Используй всех нас, Господь. Спасибо тебе во имя Иисуса. Аминь.